Всем привет, ребят! Ну что, доступно обновление на русском сервере 1.6.11. Поехали, посмотрим, что у нас интересного. А я уже на Тайване побегал, поэтому расскажу вам в полном объеме по поводу обновы. Самая крутая одна из фишек — это то, что здесь добавили возможность за просмотр рекламы еще один раз получить бесплатный ролл. То есть нажимаете, смотрите, вам автоматически потом еще раз каким-то образом начисляет бесплатную попытку. Вот мне интересно, кто-то со второй попытки, если кто-то уже на Тайване словил или на русском, напишите в комментах, кто оттуда что словил именно с легенд, если кто-то словил. Так, поехали по героям. Давайте сначала пробежимся. У нас ничего не пофиксили, кроме некоторых героев, которые наносят процентуальный урон. Там с ними какие-то у них были проблемы. В общем, барда не пофиксили. Все осталось прежде, поэтому ничего не изменилось. Добавилось только у нас два героя. Вот, Леди Божество. Она у нас донатная. То есть это донатный герой, официальные события, и второй — Дама Холода. Поехали, почитаем скиллы. Давайте начнем с бездонатной. С максималки сразу же. Наносит урон в размере 840% атаки вражеским целям в X-образной зоне. То есть, по сути, как Свалин. Это я не знаю, я уже ржал. Это дочь этого Трианта и Свалина. Также увеличивает атаку и скорость атаки всех союзных героев на 66% в течение 4 секунд. Каждые 6 секунд вызывает щит, который дает неуязвимость, иммунитет к оглушению, заморозки. На 2,5 эффект можно снять. То есть, по сути, эффект снимается, рассеивание уменьшает уклонение вражеских целей поблизости на 40% в 1 секунду в течение 3 секунд. По сути, такое себе. А чтобы сказать мега вау, я бы не сказал. Ну, потестируем на максималках. Для бездоната однозначно это неплохой вариант будет. Думаю, посмотрим. Может, сделаем имбу. Второй герой донатный. Трансформируется в валькирию. Обезоруживает ближайшие цели противника. Цель не может атаковать, но способна использовать умение. Вот так вот. Интересно. Уменьшает их крит шанс на 76%. Ну, это интересно. Цель не может атаковать. То есть обычные удары не будут проходить. Если обычные не проходят, они заряжаться будут очень медленно. Интересно. Наносит урон в размере 16 раз подряд, нифига себе. Ближайшие цели. Не сказано, сколько целей. Это интересно. Собственную скорость атаки настолько игнорирует ограничение уровня своих целей. Нифига себе. секунд. Ну, кулдаун, конечно, 14 секунд, но это реально жестко. Герой получает, то есть он не имеет молчание энергии, состояние бедствия, получает 70 меньше урона и восстанавливает 10 от максимального здоровья каждую секунду. Ну, это что-то нереально жесткое. Леди Божество, конечно, это что-то интересное по скиллу. Вот полный скилл, конечно, дебафит на атаку, мешает их крит шанс на 76. Ну, крит шанс, но зато здесь урон в размере 160, 16 целей, 16 раз подряд, увеличивает скорость атаки, игнорирует ограничение урона. Конечно, кулдаун 14 секунд, но форма длится 10. Иммунитет молчанию или оглушению. То есть она включится и будет реально жестко. Интересно.
Но пока она недоступна. Так, облики. Облики на этих героев тоже у нас уже есть. Вот так вот выглядит. Иди божество и дамы холода. Блин, ну конечно, с героем это интересно. Сейчас посмотрим, что у нас по рынку. Нету большого пака, он так и недоступен. Ну, продают скин уже. Так, хорошо. Поехали дальше. Новый талант и новая чарка. Я уже их тестировал, показывал. Потестирую еще на английском сервере. Целитель душ 120 здоровья. Ну, такой ниже средненького. Крит сопротивление 75. Это если у вас нормальная стата. Уменьшение лечения. Вот для бездоната на фарм локации, ну то есть и на PvP локации, там где запределье, лабиринты, вот это будет классная тема. Но опять же, его можно собрать эмблемой с линии обороны. Вот отсюда. Здесь немножко у нас изменили награды. Здесь можно получить новые эмблемки, а тут точно так же можно получить хладного призрака и итемы на прокачку титула. Так, поехали дальше. Дальше у нас чарка. Новая чарка, которая, ну, такое себе, атакован, когда атакован, накладывает блокировку удержания на трех случайных вражеских героев. Так вот, блокировку и удержание. Непонятно. 2 секунды, кулдаун 5 секунд. Ну, не молчанка, по крайней мере, не так, как было написано. Где там? Ну, посмотрим, потестируем. Так, снова и супер питомец. Это мои питомцы. Появился бык, довольно-таки неплохой. Каждые 5 секунд наносит урон атаки питомца вражескому герою и героям вокруг него. Увеличивает получаемый урон, то есть по сути дебафит, когда бык в бою каждую секунду наносит на 12% больше урона ближайшим вражеским героям. То есть довольно-таки интересная тема будет, даже на архидемона можно будет его использовать. Думаю, сегодня попробуем. Так, что у нас еще? Изменили вот здесь вот героев, добавили новых. Шанс собрать, ну, я показывал, шанс реально очень печальный в плане сбора, потому что выпадают они довольно-таки редко. Попробуем, я даже так попробую пообновлять. Вот оса 4, 5, 6, ппшка, 7, 8, 9. Ну, как видите, за 10 только там новых. Рину, по-моему, у нас же был уже. То есть, вот Асурик был, Махатма. Шансы такие, 1 к 10. То есть, раз в неделю, возможно, вы встретите, вот оккультист был. Блин, надо было на оккультиста напасть. Вот опять оккультист. Интересно на это посмотреть. Все-таки целей дофига. Без вариантов. На 10. 36 оккультистов. Дальше. Что у нас еще интересного есть? КБшка. КБшку я вам отдельно покажу. КБшка поменялась, появились у нас демоны, поменялись у нас награды. Здесь у нас максимальный уровень, поменялись награды как в торгашах, так и в изах. Во всем. Сейчас посмотрим, сколько на максималке мы с моба будем получать. Увеличение красных кристаллов. Ну, однозначно плюс. То есть здесь в плане изменения. Очень крутое изменение, как по мне.
Также и процедура импичмента теперь оповещается, оповещалка по гильдии есть, если хотят скинуть главу. Ну а так, не знаю, больше ничего такого особенного. Вот 4200, нормально я так на 30 левеле получаю. За обычных сейчас мы посмотрим. Сто сорок семь, ну неплохо. Сундучки, единственное, мы так и не нашли, где сундуки. По три и сокровищницы пропали. Ну, в общем, я побегаю здесь, покажу вам на максималке после изменения все, что мы будем видеть. В принципе, вроде с такого все показал в запределе, но сегодня четверг, сегодня в запределе нет. Тоже добавили бесплатную попытку за рекламу, что довольно-таки тоже интересная тема и неплохо для без донатов. Возможность хоть какая-то есть, посмотрели рекламу и прошли дальше. Так, вроде как бы все, такая вот обнова. Ждите сегодня еще тестов некоторых по таланту, по героям. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.